мамы только родили. Я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народові. Дотримуватися Конституції та законів України. Дотримуватися Конституції та законів України. Втілювати їх у життя. Втілювати їх у життя. Поважати та охороняти права та свободи людини. Поважати та охороняти права та свободи людини. Честь держави. Честь держави. Згідністю нести високе звання. Згідністю нести високе звання. Поліцейського. Поліцейського. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Сьогодні ми в Запорожжі прийняли присягу очередного отряду новой патрульной полиции. Это 21 город. Всего у нас по первой программе будет, вероятнее всего, 33 города, охваченные на первом этапе реформы новыми патрульными полицейскими. Я по образованию инженера работала в институте. Я хочу сказать, что в полиции здесь обучение на высшем уровне, преподаватели. Все очень было интересно. Вы не пожалели о своем выборе? Нет, никак. Я сюда долго шла. Отбор очень жесткий был, поэтому я счастлива, что сейчас здесь присяга, столько людей, прям гордость такая. Уже готовы выйти Готова, на улицу? Да. Завтра уже смена. Почему решили сделать такой выбор? Потому что что-то новая реформа, что-то интересно менять в нашем городе, что-то. Надо, чтобы был порядок, чтобы граждане спокойно отдыхали. Нужно, чтобы в нашем городе был порядок. Значит, надо себя. То есть вы готовы Конечно. Вести в городе порядок? Для этого сюда и пришли. Что ожидаете от первой вашей смены? Как вы думаете, с чем вам придется столкнуться? Ну, хотим понимания, чтобы люди с пониманием отнеслись. Мы, как люди гражданские, еще в этом деле, можно сказать, новички. То, что нас выучили, мы будем применять в своем деле. Ну и хотим, чтобы люди нас поддержали. Я в милиции не работала. Я врач-стоматолог, хирург-терапевт. А почему решили поменять профессию? Работа была моей мечтой. Я изначально, как только узнала, что реформа на стране происходит, я сразу решила, что я буду в этих рядах. И с первого дня подачи заявления я сразу же решила подавать заявление, проходила все этапы и, как сказать, со всеми трудами выбились сюда. Скажите, а тяжело было проходить все эти этапы? Вы все-таки женщина? Очень, очень тяжело. Все как бы заново учить. Особенно для меня медицина и юрисдикция – это вообще разные вещи. Ну, видите. А физически? Физически? Физически хорошо, потому что я занималась боксом 3 года и карате 7 лет. Поэтому в этом случае у меня хорошо. А что вы сейчас чувствуете? Сейчас? Ну, гордость, наверное, какую-то. И очень вот как бы рада за то, что у нас в Запорожье начнутся такие перемены. Ну, просто в жизни хорошо, когда ты что-то меняешь, ты этого не боишься. И назрела проблема, когда видно, это боль общества, которая не устраняется. И вот хочется быть этим участником и, имея силы, приложить все свои старания, способности к осуществлению, чтобы, в частности, мой сын, моя жена шли домой спокойно, и никто их не беспокоил. И будем обучаться вначале, соответственно, наберем. Ну, я думаю, где-то за годик ощутимы будут результаты. Ты тоже будешь полицейским? Да, буду стараться.